Алексей Урманов. Я сейчас внимательно наблюдал за Алексеем Николаевичем Мишиным, его реакцию. Объявляли Алексея Урманова, вы слышали, да, самого первого звездного ученика, по-настоящему звездного Алексея Николаевича Мишина. Вы имели отношение к постановке этой программы, Алексей Николаевич? Нет, это уже творчество Евгения Ильича Сережникова и Леши Урманова. Но я бы хотел сказать, что Алексея Урманова часто называют вторым олимпийским чемпионом. Но я бы хотел сказать, что Алексей Урманов – это первый российский олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, потому что, несмотря на мое глубокое уважение к Николаю Александровичу Панину, он занимался совсем другим видом спорта. Он рисовал на льду фигуры, и они ничего общего с современным фигурным катанием не имеют. Поэтому, я думаю, Леша Урманов обладает титулом первого российского советского олимпийского чемпиона в фигурном катании на коньках. Жалко, конечно, что ему не дала продолжить любительскую карьеру его травма, но что тут поделаешь. Несколько лет Алексей боролся, у него была такая очень неприятная травма, но так ничего поделать с ней не смог. Я думаю, даже не только травма, надо сказать, вот в этом всем, что мы сейчас видим, он всю жизнь, всю свою спортивную жизнь горел с температурой ядерного взрыва, но это было все внутри, он держал внутри себя, у него просто какой-то нерв.